Правительство Севастополя утвердило прожиточный минимум для разных категорий граждан. Проект постановления был представлен исполняющим обязанности директора Департамента труда и социальной защиты населения Еленой Сулягиной. Чиновник отметила, что в расчете на душу населения прожиточный минимум составит 10 422 рубля. Для трудоспособного населения – 11 178 рублей. Для пенсионеров – 8 583 рубля. Для детей – 10 854 рубля. По ее словам, эти показатели будут учитываться при установлении госгарантий и соцвыплат. Напомним, что с 1 февраля на 4,3% были проиндексированы социальные выплаты федеральным льготникам. В настоящее время в Севастополе выплаты получают более 26,5 тысяч горожан, относящихся к этой категории. После индексации стоимость ежемесячного набора социальных услуг составит 1121 рубль 42 копейки, в том числе обеспечение медикаментами почти 864 рубля, путевка на санаторно-курортное лечение 133 рубля 62 копейки, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно 124 рубля 5 копеек.